К сожалению, в наше время люди испытывают большое, сильное информационное воздействие, быстрый темп жизни, ритм, везде успеть, везде состояться. И даже молодежь, вот я общаюсь и с молодежью, испытывают такие состояния, как панические атаки, неврозы, депрессии. Молодые люди глотают новопосит курсами, горстями. Хотя вот с виду не скажешь, вроде нормальный человек, но какой ужас они испытывают внутри, и это даже не только даже происходит и с молодыми людьми, не только в возрасте. Вот это состояние страшное на самом деле, страшное. Поэтому у кого панические атаки, неврозы, депрессии, внутреннее напряжение, мышечные зажимы, которые просто сворачивают позвонки, остеохондрозы, мне кажется, вам помогут здесь, в этой клинике, в клинике академика Картаренко, от этого всего избавиться. Меня зовут Татьяна Владимировна, мне 53 года. В клинику академика Картаренко я приехала из города Москвы. Как я сюда попала? Когда-то я себя очень плохо чувствовала, и мои болезни накопились и вошли просто в хроническую стадию. Я ездила по различным врачам, я пыталась найти в интернете ответы, какие же таблетки мне принять, чтобы облегчить свое состояние. Но какое-то облегчение, может быть, наступало на короткое время, и опять начиналось все сначала. Визиты к врачам просто учащались. Однажды я в поисках облегчения своего состояния увидела ролики академиков Картаренко. Действительно, некоторые упражнения мне помогли, и я заинтересовалась. У меня как-то в память отложилось, что не поехать ли мне на Черное море в город Туапсе в эту клинику. Ну, прошло какое-то время, симптомы моей болезни обострялись, и, в общем-то, я просто начала лишаться трудоспособности. А так как я активный и жизнерадостный человек, то вот это состояние, конечно, оно меня угнетало, и я понимала, что я уже не могу ни планировать ничего, ни делать ничего, и вообще кому-то что-то обещать. Я не могла планировать свою жизнь, я не могла планировать свой день. Состояние было такое, что я не знала, в каком состоянии я проснусь, и вообще в состоянии куда-то двигаться и что-то делать. Болезнь несла такие ограничения в жизни, что, честно говоря, никакой радости уже мне жизнь даже и не приносила. Хотя, на самом деле, я человек радостный и очень люблю жизнь. И все-таки я собралась в эту клинику, собрала свои, можно сказать, свое бренное тело, в чемодан положила большой мешок с таблетками на всякий случай, а вдруг что в дороге случится, и как бы что, лишь не была цель, лишь бы добраться до клиники. И так вот я в эту клинику приехала первый раз. Ну, во-первых, здесь, что мне понравилось, меня очень радушно встретили. И Виктор Владиленович, Татьяна Владимировна. То есть, когда ты переступаешь пару клиники, ты просто оказываешься под крылом этих замечательных врачей и замечательных людей. Ты понимаешь, что здесь тебя любят, тебя принимают здесь со всеми твоими болезнями, естественно, чертами характера, тебя принимают здесь в целом, а не как приемные этих врачей, отдельно твое сердце, отдельно твои сосуды, отдельно твои почки, отдельно твой позвоночник. И потом начинается обследование. Обследование, что для меня важно, обследование организма целиком, включая клеточный уровень даже. Здесь обследование проводится и рельефсканированием, и эвалиосканированием. Во-первых, это очень наглядные методы. Вы сами можете увидеть, что в каком месте ваш организм заклинил, где он работает неправильно, где какая болезнь. И на самом деле это все безболезненно и не страшно, что очень важно, особенно для людей, которые приезжают в состояние невроза, там, депрессии, измученные своей болезнью. С этого момента начинается лечение. Но порой мне кажется, что Виктор Владиленович сам сканирует настолько ваш организм по многим, по внешнему вашему виду, по манере, как вы сидите. Настолько зависят наши позы от нашей болезни. И этот человек с таким опытом и с таким вниманием включается в жизнь пациента и берет его как бы в прямом смысле под опеку, для того, чтобы найти причину данного заболевания. На поверхности могут лежать какие-то одни там симптомы. Вот, например, там
остеохондроз, от которого страдает, ну, по-моему, большинство людей нашей планеты, как мне кажется, и даже молодые. А причина может лежать в нарушении работы там, печени, желчного пузыря или каких-то других проблем. Это все индивидуально, и все это как бы вопросы эти решаются. И что приятно, что не становится страшно, потому что ты знаешь, что медицина данная безопасная, восстановительная. И ты знаешь, что если не сразу, но постепенно проблемы эти решатся. Вот. И ты можешь вернуться к прежней качественной жизни. Вот это очень важно. Я в эту клинику, пройдя первый курс, буквально 12 дней, я понимаю, что за 12 дней невозможно было совсем окончательно сделать меня 18-летней. Через примерно 3 месяца я приехала повторно в клинику на долечивание. И что я могу сказать? Мне сейчас просто не хочется перечислять даже симптомы, какие у меня были во время болезни. Мне не хочется вспоминать о том, что со мной было, потому что у меня ощущение, что меня вытащили из какого-то болота, где я не имела ни почвы под ногами, только барахталась там, пытаясь какими-то средствами, методами как-то облегчить свое состояние. У меня сейчас ощущение, что меня поставили на ровную, твердую почву, что светит солнце. Я знаю, что со мной все в порядке. Я очень благодарна этим замечательным людям, Виктору Владиленовичу Картаренко, Татьяне Владимировне Картаренко, клинике еще тоже хочу выразить благодарность Елене Петровне, которая нас тут о нас заботится, кормит нас, потому что здесь очень много построено на соблюдение определенной диеты. Но диета нам всегда как-то кажется, это скучно. Нам это скучно, и ну, Елена Петровна настолько вкусно готовит, что хочется уехать и также дома питаться. И вот что самое главное, что здесь помогают этому поезду, нашему организму, сошедшему с рельс, встать на рельсы для того, чтобы продолжать свой жизненный путь на хорошей, нормальной скорости. Вот это, наверное, самое главное. Спасибо большое всем за то, что вы возвращаете радость жизни, за то, что возвращаете здоровье. У кого панические атаки, неврозы, депрессии, внутреннее напряжение, мышечные зажимы, которые просто сворачивают позвонки, остеохондрозы, ну и другие заболевания, мне кажется, вам помогут здесь, в этой клинике, в клинике академика Картаренко от этого всего избавиться.